самом деле очень легко было писать сценарий, потому что каждый раз, когда придумываешь сценарий, отталкиваешься от чего-то, от образа артиста, от музыки. В данной ситуации я пошел от стихов. Давай проехать. Поехали. Саш, не отвлекай артиста. А можно посмотреть монитор? Поехали, вперед. Давайте все из кадра отходим, давайте перекрываемся. Все. Внимание. Поехали. Мы замахнулись на такое большое количество площадок. Мы снимаем сегодня в Летнем саду. Сегодня будем снимать на Васильевском острове на фоне современного нового морского порта. То есть будет очень много точек, потому что такой маленький фильм на 3 минуты. Я раньше встречалась с Александром Ягудиным на фильме «Клуб счастья», и он меня нашел, фильм запомнил, предложил мне эту роль. Когда я прочитала сценарий, я была потрясена. Более того, когда я узнала, что песня написана на стихи Михаила Гуцериева, это оказалось для нас огромным сюрпризом, совпадением, потому что буквально недавно была премьера фильма, где главный продюсер Михаил Гуцериев. Начали. Песня называется «Странный сон», и она несет какое-то там ощущение волшебства. Александр Ягудин, режиссер, придумал замечательный сценарий. Кстати, вместе с Михаилом Гуцериевым тоже. Начали. Сказки нам не хватает в нашей жизни. Все сложилось, и погода, и костюмы, и команда настолько по-сказочному прошли съемки, что, честно говоря, не хотелось, чтобы они заканчивались. Камера, пошли! Я когда получил эту песню, я заинтересовался стихами, потому что, сколько я знаю, Михаил Гуцериев пишет очень много интересных стихов для современных российских артистов. Я пытался найти... Это вот наши рыцари. Все! Спасибо! Съемка окончена!